планете происходят природные явления, удивительные, мощные, а иногда и разрушительные. И сегодня мы поговорим о молниях. Молния – это мощный электрический разряд, возникающий в атмосфере. Как правило, молния возникает во время грозы. Она принимает облик ярких световых вспышек, сопровождающихся громом. Говоря простым языком, в грозовой туче имеются мелкие кристаллики льда и различные пылинки, которые ударяются и трутся друг о друга. Таким образом, возникает электрический заряд. Наиболее опасная молния та, которая ударяет в Землю, ведь напряжение этого разряда может доходить до десятков тысяч вольт. Как правило, молния ударяет в наиболее высокие места, например, в башенный кран. А здесь разряд угодил в телебашню в Петербурге. После удара вся иллюминация на башне сразу же погасла. Небоскребам тоже часто достается. Особенно и этому. В Китае молния попала в небоскреб, вызвав столб ослепительных искр. Как вы думаете, когда люди находятся к облакам ближе всего? Правильно, летя на самолете. И да, в самолеты молния тоже ударяет. Но чаще всего такие попадания остаются без серьезных последствий. А вот как выглядит момент попадания молнии в крыло изнутри самолета. Очень часто молния попадает в деревья. Последствия от таких попаданий могут быть разными. Иногда дерево практически не страдает. Иногда со ствола срывает кору. А иногда оно полностью уничтожается. В землю молния бьет тоже нередко, несмотря на то, что рядом есть деревья или здания. Этому человеку очень повезло. Молния ударила в нескольких метрах от него, повредив лужайку и забор. Этот мужчина тоже родился в рубашке. Когда он шел под дождем с зонтом в руках, разряд произошел совсем рядом, но никаких повреждений человек не получил. А здесь видеорегистратор запечатлел, как молния ударила в автомобиль. Не только в машины, но и в поезда порой попадает молния, как это случилось в Японии и случайно было заснято очевидцем. А это уже трудно объяснить. В ясный солнечный день регистратор заснял как будто вспышку молнии. Как вы думаете, что это было? Здесь тоже можно видеть ясный день. Неожиданно в дерево ударяет молния. Возможно, это всего лишь монтаж. А возможно и правда, над деревом находилась небольшая туча, которая просто не попала в кадр.